Попечители и опекуны со всех районов Чувашии уже в шестой раз собрались на форум замещающих семей. Здесь подвели итоги конкурса семейных историй и наградили активных и неравнодушных родителей. Рецепт семейного счастья, который помог семье Андреевых победить в одноименной номинации, супруги составили из личного опыта. В их семье 6 детей. Сообща шили костюмы, разучивали танец и снимали видео на конкурс «Среди замещающих семей нам хорошо вместе». Рецепт семейного счастья заключается в любви и в понимании детей, поддержке детей, со стороны детей и со стороны родителей тоже. Мы считаем так. С этим рецептом согласны, пожалуй, большинство участников, а их в этом году собралось более 300. Форум замещающих семей в Чувашии проводится на протяжении 6 лет. Главные герои – люди по натуре скромные и внимательные к каждому из своих домочадцев. В семье Эльвиры Афанасьевой 6 лапочек-дочек. Семья приемная наша создавалась в 2012 году. Сначала у нас было 2 девочек, сестры с Канаша. Потом в нашей семье появились 2 девочки, Ирина и Катя Катерина. Теперь я живу с ними. Вот учимся в Яндабинской средней школе. Сама и дети у меня выросли. Их 2. Старшая дочка, она со своей семьей живет в Чебоксарах. У меня 2 внуков прекрасных. А другая младшая дочка, она работает в Москве. Большие семьи в Валиковском районе – не редкость, и в 66 воспитывают приемных детей. Ежегодно, конечно, граждане Валиковского района из интернатных учреждений берут по 5-6 детей. И это, конечно, очень отрадно, то, что для такого маленького района у нас в районе столько семей. Да и вообще тенденция характерна для всей Чувашии. Все, кто решает взять на воспитание детей, могут рассчитывать на поддержку. В республике активно работает сопровождение приемных семей. Педагоги, психологи всегда готовы прийти на помощь, дать совет. И людей, неравнодушных к детским судьбам, становится все больше. Статистика за этот год отмечает, что 95% всех детей-сирот и оставшихся без попечения родителей воспитываются в замещающих семьях. Обернись, я исполнила твое желание. Теперь ты можешь быть счастливым. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.